Вот. Христианским духом, крещенным, главное быть крещенным. И крещиться, креститься, причащаться. В доме, если есть иконы, значит рядом Дух Святой и Николай, Олег, Матрона, под целованным стеклом. На храме свят мощи не целованы лежат. Что ты смотришь рылым тощим, поднимай свой жирный зад. Христианская душа шевеления полна. Не было, и я б не пела вам эти райские песенки. Этот малиновый звон, этот малиновый пирожок с повидлом. Христианская душа смирения полна. Ну, идиотский.